Всем доброе утро. Мы вот встали 6 утра на Морской улице. И никого нету. Не, ну вот люди подтягиваются на пляж. Пойдем, Матвей. Мы будем сейчас искать металл лайфскайзером. Всякие украшения, которые могли потерять отдыхающие. Вышли на пляж. У нас тут сразу тут уже запищало. Вон. Монету, да? Покажи. Давай искать. Либо крышка, либо рубли. Я сейчас покопаю. Прикольно, да, вот так вот на фоне? Море, никого еще нету. Наглые чаечки тут бегают. Такие. Просто под шумом. И один чувак уже купается. Ладно, давай работать. Что ж мы сюда пришли? Так, вот 2 рубля. Ну, еще находили ржавую совсем. Ну, хоть что-то, пойдем дальше. Способ, он тащит за собой поинтер, который обычно монеты что-нибудь улавливает. Ну, кстати, мы уже насобирали 7 рублей. 10 центов евро нашли. Вот уже улов прекрасный такой. Я нашел. Я. Какой я? Это вообще-то совместно мы искали. Все время куда-то держи рукой. Нет, давай дальше. Погнали дальше. Ну, пробок мы много нашли. Хорошо, что здесь есть везде мусорки, можно выкинуть их. Так что мы тут еще занимаемся чистой пляжа. Что нашел? Слушай, 5 рублей. Ну, отлично. Показалось. Подумал, еще лучше. Подумал, мы еще там вот, рублей. Там вот копали, там колесо нашли. Прямо еще с резины. Я не стал его снимать, слишком много людей сразу набежало. Покажу. Мы давай решили закопать все на место. Покажу находку. Давай. Вот так вот мы за час нашли. Ну, есть самый ценный экземпляр, конечно, 10 центов евро. А так остальные все ржавые, их можно, конечно, почистить. Ну, еще рублей, наверное. Еще копейки Советского Союза были. Ну, да. Еще. Чем? И людей уже много. Вот 7 утра уже тут яблоку негде упасть. Мы сейчас направляемся домой. Если по пути, конечно, еще что-то интересное найдем, заснимем. Мы за час собирали столько денег. Матвейчик, покажи. Сейчас. Вот такие вот у нас находки сегодня. Ну, тут даже на пиво, наверное, хватит, если почистить несколько монеток. Ну, и самая ценная, это, конечно, 10 центов. А так даже вот десяток, вот раз, два, три, 30 рублей. Еще вот. Ну, короче, вот 40, ну, почти 50 рублей. Отличный сегодня улов. Ну, и интересно провели время.